Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу приготовить очень вкусный праздничный салат. Главное, очень полезный и, конечно же, красочный. Из простых ингредиентов, доступных ингредиентов, друзья. Начинаем готовить? Поехали! Сегодня для салата я отварил свиной язык. Очень мне нравится салат именно со свиного языка. Как я его отваривал? Ровно 1,5 часа. Ничего сложного здесь нет. Просто добавил пару горошков черного перца, лавровый лист и соль. В общем, все. Нам нужно нарезать язык соломкой. Язык я также очистил от пленки. Если вдруг вы не нашли свиной язык, можно готовить просто с грудинкой, друзья. Отправляю в салатницу. Также понадобится 2 огурчика. Нарезаем также соломкой. Добавляем огурчик. Также нам понадобится 2 отварных куриных яйца. Разрезаем пополам и нарезаю полукольцами. Отправляю в салатницу. Также нам понадобится зеленый лук. Нарезаем мелко. Добавляем соль. Добавляю примерно столовую ложку, чуть-чуть, может, больше сметаны. Для остринки добавляю буквально 1/2 чайной ложки горчицы. И буквально 1 чайную ложку майонеза. Дело осталось за малым, перемешать. На мой взгляд, самое интересное и подходящее это в этом салатике, это именно огурчик, друзья. Он освежает очень красиво, ну и, конечно, с язычком, я думаю, это очень вкусно. Бесподобно, друзья. Очень вкусно, очень сочно. Как я говорил, с огурчиком вообще бомба. Вкуснотень. Друзья, обязательно готовьте. Кому понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями и, конечно же, комментируем. Друзья, я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока.